И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Latency Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер и Джон Банкир, баба-яга, слабавшую на финансах, Уик. Не саботаж! Нету! Это банк, и мы продолжаем с вами его походить. Мы с вами прошли три зоны, три еще осталось. Скорее всего, уйдет тоже на час, это половина, вторая часть эпизода. Я записываю сейчас после недели болезни и четырех дней издевательств от моей компании. Вот реально, ребят, вот настолько порой реальность сказывается на выпуске видео. Поэтому буду рад, если поддержите лайком и комментарием. Подписка на канал тоже будет очень прекрасно. Ну и приглашайте друзей. Чем нас больше, тем веселее. Так что не будем печалиться, а будем уничтожать. И заодно научим одну дуру, что такое настоящий саботаж. Это, кстати, если что, официально заявляю. Это официальный юридический термин времен СССР. Это назначается это нежелание выполнять должностные обязанности с целью преследования личных корыстных интересов. Корыстных интересов у меня нет, не выполнять мои должностные обязанности, потому что, извините, мне деньги нужны. Кстати, по поводу этого, вы же не хотели мне аж в первой части вот этого недели выплачивать мне их за мои субботы. То есть, уже с вашей стороны руководство офиса был саботаж. Ваш, с вашей стороны, а не с моей. У меня нет никакого саботажа. Я все могу доказать, что выполняю свою работу качественно. И хоть я живу в стране, где с судами бывают проблемы у людей, но я прекрасно знаю, что суды очень любят ставить на место одни очень злостных и глупых, главное, мракоподобных созданий. Ну, в данном случае купуцины скорее. Слушайте, а кто у нас в Непале обитает? Бабуины? Ну, эти с голым задом. У них другое название. Да, бабуины схожи, но не купуцины. Ладно, вспомним. Как вспомним, узнаем. Идемте, мистер Уик. Патронов нет. Так, нейтрализовать. Поднять. А куда мне, кстати, идти? А! Ну, очередной лифт, естественно. Очередной лифт. А почему такая зона огромная? А, ясно. Она не огромная, она закрытая просто. Так, ждать. Нейтрализовать. Нет, на что на него мне тратить все? Так, соберись, Уик. Бинты пока не трогаю. Впереди нас ждет еще какой-нибудь главный бассет-то. Лучше уж аккуратно все делать. Так, где открыли? Точнее, не здесь. А, вот здесь, вижу. Так, нейтрализовать. Огонь. Нейтрализовать. Так, поднять. Я знаю, откуда пришел. Оттуда, вон там открылось. Так, соберись, Уик. Откуда? А, вот откуда. Ждать. Что-то он заснул. Огонь. Да. Что? Что за странный типаж? Вот так. Лежите, дамочка, и не шевелитесь. Где? Там заперто. Наверное, сверху. Нет, тоже закрыто.
Обычно они открываются визуально. А, сзади. Идет что-то по... Так. Так. Идем сюда, Джонни. Так. Так. Теперь идем сюда. Ждать. А, и прибили нас. Надо было бинты все-таки, наверное, применить. Но я хочу пробраться без них. Я хочу пробраться без них. Может, конечно, и как. Вот жалко, что нельзя сесть просто потом в лифт и уехать, не трогая их. Ждать. Нейтрализовать. Вот так по яйцам. Так. Парировать. Удар. Давай мне револьвер свой. Нет, ну а реально. Сходит с опасным оружием. А у меня пусто. Огонь. Сменить стойку. Нейтрализовать. Нейтрализовать. О, да. И все равно пристрели. Надо вот этих сначала... Я просто не люблю, вот, когда идет боевка в сочетании с пистолетом. Вот это очень бесит. Мне нужно получить автомат. Здесь можно его получить, но делать надо аккуратно. Извини, парень, но ты выдохся. Я заберу. Спасибо. Вы такая добрая леди. Я пока возьму револьвер. Оружие помощнее будет. Так. Удар.
Вот так. Теперь можем забирать. Там 7, там 7, там 9. Давайте сначала... Хорошо заметил. Огонь. Огонь. О, как аккуратненько, да? Тут оружие, кстати, много валяется. Может, тогда нам сюда пойти в следующий раз? Наверное, реально лучше сюда пойти в следующий раз. Идиот. Ну, хотя, с другой стороны, там до патроны еще я сделаю. Четыре. А открылась где? Не на этих этажах. И не здесь. И не здесь. И не здесь. А где открылась? Сейчас выясним. Скорее всего, вон там открылся, полагаю. Так. Надо уходить. То есть, зараза. Так, мне нужен револьвер. Бросить. Поднять. Так. Перебинтуюсь. Уйду в сторону. Огонь. Вот это хорошо сработали. Не, значит, правильное дело, надо их загонять в узкое место и просто расстреливать там. Жалко, что я не могу перенести все оружие на дальнюю дистанцию. Так. Постараюсь приберечь тогда винтовку. Вещь стоящая. Так. Ух ты, у меня тут целый склад оружия. Может, рядом мне их сюда все заманивать? Сделать чисто зону отбивки? Да, я себя, по сути, загоню в угол. Кстати, реально, давайте. Вот так вот сделаю. И перешуруюсь. Ну да, реально, здесь хорошая зона отбивки выходит. Так, собери свой.
парировать. Удар. Иду туда, там можно забрать пушку. Соберись. Прекрасно. Держимся периметра. Завалим всех, кого сможем. По периметру сначала. Уж не знаю, где открылось, но где-то тут. Нет? Просто слышал дверь. А, вот она. Вот так вот. Так, теперь давай-ка мы сходим. О, какие люди у нас. Где? Вот так вот и происходит, друзья. Револьвер я оставлю, а потом его... Ага. Так. Этот мертв? Так, отлично. Хорошо, я решил сейчас их перестрелять всех по одному. Мне как раз оружия немного осталось. С таким запасом побольше живут, я бы сказал бы. Так. Кто там? Пока только бандюки. Так, крупников и могильников я пока не наблюдаю. Так, пришли, товарищи. Отходим сюда. Уничтожать сначала вот этого. Так, крупняк. Зараза какая! Брось тебе оружие! Так, поднять. Так, удар. Тебя нейтрализуем. Так. Огонь. Огонь. Парировать. Бьем. Удар. Удар. И надо брать винтовку сейчас. Тогда выживем. Так, соберись, Уик. Тут уже никого не осталось. Бинтов у нас уже нету. Так что живем. Поднимай.
и идем. Там ППШ нас ждет. Отдавай мне мою винтовку. И поехали отсюда. Вот заметьте, пришлось использовать бинт, а по-другому я тут бы не смог бы. Джон Уик. Погнали. Вот это мистер Уик. Ставит всех на коленки, не тратит патроны, играет в карнабалет и танцует ламбаду с каждым вооруженным до зубов идиотом. Только посмотрите, мистер Уик настоящий профессионально исполняет свои личные обязанности по защите товарища Уинстона. Перебинтовывается, извините за кашель, ну реально перебинтовывается мастерски. И избавляется от бойца. Защитный... Кстати, хорошая защита. Вот смотрите, как он играет и бьет по яйцам. С личиком и телом этого молодого человека. Он всегда стряхнет бородой и уложит красивую женщину. Возьмет другую пушечку, прогуляется. А может и не возьмет, а может прогуляется. Изучит, пройдется. Слышит, что его окружают. И пресекает окружение, изучает, где что находится, и ставит на всех свои... как это правильно назвать уже? Свинцовые, наверное, иголочки, свинцовую прививочку. Я уже не знаю, как это назвать, но это настолько шикарно, что слишком шикарно, и у меня заканчивается идея, как это сейчас озвучить. Он столько раз каждому голову поставил на место, и укрывается при этом мастерски, и отстреливается, укрывается и отстреливается, укрывается и отстреливается, и так до бесконечности. При этом у него больше нет запасного здоровья, ему придется мучиться и искать, а там его уже ждут, ждут в лифте. Тут он тоже переигрывает со всеми. Уже вышли бойцы, ему приходится уклоняться и защищаться. Уничтожает одного, уничтожает другого. Другой бьет ему вдруг под дых, за что мистер Уик злится и делает ему сотрясение мозга. Укладывает он на коленки, танцует, целует женщину, после чего еще раз ее укладывает на коленки. Она ему бьет по яйцам за то, что он ее поцеловал. Он бьет за это ее кавалера, потом он делает пощечину, еще раз пощечину, еще раз пощечину. И только на третью пощечину она ложится, раздвигая ножки. Мистер Уик вздыхает с удовольствием, трясет бородой. Берет свою винтовку с предыдущего уровня, которую притащил, чтобы наградить ее выстрелом одного идиота. Потом он оглушает его танцем танго и забирает винтовку, которая идет на следующий уровень. Пришел с винтовкой, ушел с винтовкой. Он мистер Уик. Мистер Уик. Кто с винтовкой пришел, тот с винтовкой в тройном патроннике и ушел. Нет, ну реально. Пришел с одним патроном винтовки, ушел аж с тремя. Правда, у нас теперь 3 здоровья опять. Постараем пробраться, как ни крути. Выход через вестибюль. Жалко, что нельзя купить здоровье. Я читал в инструкциях, что есть такая возможность приобрести за монеты бинты. Но, возможно, это при первом прохождении дается как вариант, а только при повторном, наверное. Ладно, пойдемте, логистика. Сотрудник давно разбежались, а их кабинеты стали укрытием для врагов. Кроме того, я переоценивал преданность одного из моих людей. У мистера Уика появились снова союзник? В каком-то смысле. При виде чудовища он не смог сдержать дрожи и рыдания. В общем, Уик не задохнулся, потому что ему помогли выбраться. Разумно? Нет, ни капли. Нам напарника дали? Это мне нравится. А где напарник? Нет, подождите, где напарник? Мне сказали, что у меня будет напарник. А напарника нет? Кабинеты, кабинеты, кабинеты.
Напрямую, понятное дело, не пройду. Видимо, завалено все. Или закрыто. Нет, пройти-то можно технически, наверное, просто. Вы, так полагаю, не союзник. Так. Я пока не хочу тратить на них свою винтовку. Я хочу изучить, есть ли тут хоть что-то, что я могу взять. Потому что, ну, аптечки должны быть. Против них сам Уик идет. Так, соберись, Уик. Там-то мы не откроем, там... Так. Удар. Уложил одну левой. Ну ладно, респект. Респект, барышня, что поделаешь? Заслужил. Большое уважение. Я, наверное, тогда пока винтовку свою оставлю, я лучше возьму вот это. Винтовку прибережем для пулеметчиков. А, вот еще один. Так. Нейтрализовать. Нейтрализовать. И огонь. Вот так вот. Поднять. Вот теперь можно с винточкой походить. Но здесь однозначно сейчас автоматчики где-то будет. Стойку. Я лучше возьму сейчас тогда пока вот это. Так. Поднять. Вот зараза. Подлючие. Успел выстрелить. Я хотел сохранить парочку жизней. Ну ладно. А тут пистолет хороший. Нет, пойду за винтовкой. Там я хотя бы смогу забрать, если что, сразу моментально... 3-4 идиота, чтобы уж было наверняка. Мне-то вон туда надо. В холл, заваленный книгами. Попасть туда я могу через окно вот здесь, скажем, технически. Либо обойти, наверное, вот здесь. Ну, лучше попробую... А, я там не пройду, там заперто. Ну, вот здесь открыто. О! Это ловушка. Как и знал. Спасибо за ружье. Видите, как знал.
Вроде все просматривается и все чистенько относительно. Технически вот сюда могу попасть сразу. Могу перелезть? А чё нет-то, Вик? Слабак через окно перелезть не может. Ну, готовимся. Сейчас вы слезать будут только кучей. Так, кого бьем первым? Давайте вас, сэр. Как раз ваш коллега успеет проснуться. А тут меня еще и мое же оружие ждет. Ну, в случае, если... Ну, я имею в том случае, что, если что, смогу забрать его. Вот тут сейчас будет появляться. Вот тут сейчас появится. Говорю же. Перебили. Надо было отходить сразу. Но винтовка реально помогает. Она хорошая штука. Надо просто отходить и... Надо было сразу отходить. А, надо было догадаться, что там было бы. Пока пытаемся не тратить. Так. Слушай, это барышня, что ли? Да, это барышня. А тут у меня будет лежать резервная винтовка. Кстати, можно так сделать, да? Так, ждать. Ну ты идешь или как? Прям здесь их укладывают табелями. А что еще остается? Только вот такие вот картополеты. Вот такие вот танцы самбо. По-другому не остается. А винтовку придется здесь оставить. Да, там впереди будет идиот, который в меня точно выстрелит. Но сейчас пока будем использовать то, что имеем на руках. Вот, отлично, иди сюда. Так. Придется вот так вот хитрить, юлить. Отлично, открылся. Возьму револьвер. Отлично, иди сюда. Вот. О! Это имба. 5 штук слишком много. Это слишком хорошо. Так, нейтрализовать.
этого тоже сейчас нейтрализует. Даже реагировать, даже так, и нейтрализация. Нет смысла тратить на них хорошие ресурсы. Смотри, даже патрошек. У меня 4. Я не буду пока тратить. У меня тут запасная винтовка лежит. Прямо в углу. Так. Огонь! Так, ждать? Ждать. Нейтралка. Нет, нельзя. Отмена. Вот сюда можно. Ждать. Огонь. Парировать. Удар. Теперь давай-ка соберись, Уик. Пойдем за нашей винтовкой. С тремя патронами. Сохраненная. Вот заметьте, я эту винтовку буквально из уровня в уровень несу. Она как священный талисман. Может, мы ее для Хекса сохраним? Хотя нам не дадут, скорее всего, на этом уровне именно. Типа банк пройдем и готово. Но если мы выживем... Если мы выживем, то это будет здорово. Никто же тут больше не остался. Никто не сохранился. Пошли. Опять же, винтовку единственную одну только не трогали. Лежала в самом начале уровня. Ну ладно, погнали. Мистер Уик брал с собой святую винтовку Архангела Михаила и святого Крулета Кастильского. Избивает здесь каждого, сохраняя каждый патрон. Забрал чужой револьвер, выманивает гребаных бандюк и танцует с ним самба-лямба альбета. Это старый добрый боевой танец смерти. Причем научили его сами святые жнецы. Самой смерти, естественно. Настолько танцует мастерский мистер Уик, что буквально аж глаза выбивает от его танца. Аккуратно проходит и выбивает оружие из рук. Потом берет другое оружие на всякий случай, ну мало ли пригодится. А там мужик с винтовкой готовит свою засаду. Но мистер Уик это знает, у него рентгеновское зрение, ведь он Джон Уик, его борода света. И тут он простреливает идиота и убивает его броском пушки. Забирает винтовку с 5 патронами, открывает главные двери и идет уничтожать. Уничтожать местную демоническую отродью. Сначала винтовкой, потом с укладом самбо, потом ударом карате и самбо-клямбовский удар. После чего аккуратно проверяет каждую офисную зону. Переход, видит, что там парочка идиотов. Уничтожает другого идиота, уходит в сторону, аккуратно уходит, укладывает другого идиота, укладывает третьего. Не упадешь, попало, но мистер Уик ударом карате всех укладывает. И теперь мистер Уик возвращается за винтовкой, которую он отложил в самом начале. Это винтовка святого архангела Крулета Михаильского, Михаила Крулетского, неважно какого, кого-то сверхъестественного. Но мистер Уик эту винтовку держит исключительно для главного босса, чтобы, если что, добить его. Мистер Уик, храним винтовки из уровень в уровень. А точнее, количество патронов. Хотя надо было сохранить ту, что с 5. Было бы удобнее. Но, как говорится, что есть, то есть. Продолжить. На всякий случай, то мало ли. Так. И... Отход. Выход через главную дверь. Нельзя наказывать. Ой, я не успел почитать. Ну ладно.
Я не думал, что там про кнопку мыши, что считается нажатием. Вот это да. Новое открытие в игре. Везет. Так. Поднять. И у нас одна жизнь. Но у нас есть хорошее оружие на руках. Где открыли? Ну, точно не здесь. А, впереди. Спасибо за винтовочку. Ну, кстати, забавно, я пока никого больше не вижу. Ждать. Пусть подойдет, я его просто изобью все. Винтовка, кстати, хорошая. А выйти-то мне где надо? Чисто из любопытства. А, мне вот по этим. Вот сюда идти, да? То есть, по сути, мне ячеить здесь, здесь. Но там заперты. Получается, мне надо идти по верхнему коридору. Открыть здесь дверь. А, нет, тут... А, тут двери нет. То есть мне просто идти вот по этому коридору, да? Да, вот так в обход, в обход, в обход. Ну, примерно я так смотрю, представляю себе. Но это карабин. Ну, нет смысла, конечно, пока бросать этот вот... Хотя... Карабин хороший. Может, тогда мне добраться вот до этого, взять пистолет, потом ходить с ним сюда? О! Так. Теперь я могу забрать тот карабин. Видите, как удобно все получилось. И мы еще пока живы. И главное, нас пока не ждет никакие боссы. Ну, судя по всему... А, у меня вебка выключена. Тут боссов, я так полагаю, не будет на этом подуровне. Карабины пока приберегу. Пока вот это. Ну просто карабин на 7 единиц патронов. Что хотите, чтобы я тратил эту штуку шикарную? Уклонение. Уклонение, уик. Так, нейтрализовать. А, расстреляли. В общем, здесь раз, два, три, четыре будет. Нет, все-таки с карабином надо будет ходить. Но начало неплохое положено. То есть мы можем выйти отсюда. Мы физически можем. Тут просто амбалами нас зашвыривают и все. Попробую даже сэкономить немного. Так. Вот так вот. Вот.
теперь можно и не экономить. Можно теперь вот этим заняться. Иди сюда, я с тобой потанцую кардебалет. Тоже 7 дали. Прекрасно, можно даже, значит, не экономить. Вот проляг. Потом просто... А, я могу их вызвать, спровоцировать и сюда потом пойти и карабином расстреливать. Это удобно будет. Пусть идет. Откуда? Черт, этот пустое поле зрения. Парировать. И прибило. На блат ходить. Но... экономия патронов путем избиений всех. В принципе, стратегия стоящая. Попадание. О, нам 8 дали. Это мне нравится. Так. Так. Пока приберегу. А дай-ка... Ой, здесь восьмерка. Нет, я сначала ту возьму, она дальняя. До нее мне проще добраться. Хотя дробовик это вещь. Присмотри, пожалуйста, за моим вторым дробовиком. Вот так. Там наверху тоже кто-то должен появиться скоро. Поэтому надо быть повнимательнее. Так. Пойду схожу за вторым. Нет, ну а реально, надо забрать. Револьвер вещь, конечно, стоящая, но оно снимает не так много, в отличие вот от этой красотки. А так я хотя бы буду держать под рукой карабин. По сути, это тоже как дробаш. Не такой мощный, но снимает тоже нехило. А с учетом моих нынешних потребностей и запросов, то, что мне надо. Что-то я никого не вижу. Отлично. Так.
Так, вот этого. Соберись, Джонатан. Бросить. Нейтрализовать? То есть, я сказал нейтрализовать! Зараза, вот так чёрт. Итак. Ой. Попробуем еще раз. Может получится нейтрализовать. Так, толчок. Толчок. Не вариант. Надо найти место, надо найти слепую зону. Так. О! Выход. Вижу его. Значит, надо будет просто вот здесь пройти. Так. Покопашки меня не интересуют. Так. Так, ждать. Попал. Как он мог попасть? Я же из винтовки. Ну и ладно. Так, на этих черт мне. Иду сюда, забираю. Можно было, кстати, попробовать ее туда скинуть. Что-то не подумал об этом. Взять эту винтовку, просто скинуть туда ее. Было бы так удобно. Вот так вот. Надо, кстати, попробовать. Может, получится скинуть тогда. Винтовка ждал. Пойдет в любом случае туда. Так. Так, сменить стойку. Так. Ждать. Отлично. Так. Собери свой. Огонь. Надо попробовать кинуть все-таки в нее. Хотя бы винтовку. Я что-то не подумал об этом. Ну, сейчас просто очень маловато всего у меня. Ладно, идемте. Поднять. Карабин пока сюда. Все-таки 7 штук, как ни крути. Я пока пистолет-пулемет возьму. Это сюда положу.
Здесь тоже есть коридор, но тут нормально не пройдешь. Попробую, знаете, как сделать сейчас по-хитрому? Рассмотреть. А зона-то пустая. Откуда они тогда взялись? Коридоры тоже пусты. А тут есть все. Промах. И красавчики появились. Надо смотреть внимательнее. Один был здесь, но он скрылся. А, нет, вот они все. Откуда? Огонь. Так, отлично. Нейтрализовать. Эй, я... Ой, зараза. А я ударить-то его не мог. Но сам попробовать надо скинуть туда. Попробуем, попробуем. Да, можно так сделать. Можно. Будем пробовать такой способ. То есть, смотрите, у нас уже вот здесь лежит ружье, которое потом можем взять. В случае крайней необходимости. Так, с этим черт с ним. Так. Пусть лежит.
Так, идут вышибалы, прекрасно. И идет оружейный барон, идиот. Вот так, остался только вот этот. Тот, что внизу. Отлично, парировать. Заметьте, одними только боевыми искусствами расправляемся с ними. Так, соберись, утки. И мы еще, кстати, ничего не потратили особо. Так, вот это я возьму. Потому что карабин посередине лежит. А там у меня еще ружье лежит. Годится. Так. Откуда? Почти получилось, заметьте. Вот получилось. У меня просто кончились патроны. Надо было отходить. Но вот так вплотную выйти, в принципе, работает. Так. Вот так вот. Сделал все там с запасом большой. Неплохо выходит, неплохо. Ага, заметьте, держим, кстати, ведь. Зараза. Соберись, Уик. У нас силенок не так много.
куда-то туда ушел. Поднять. Сменить стойку. А, их там четверо, зараза. Нет, но план в рукопашную в начало, оружие, все основное вниз, это рабочий. Это рабочий вариант. Я вижу в нем концепцию из успеха. Бери. Теперь наша задача добраться до второго ствола. Так. Сразу 4 с пушками. Ладно. То есть вариант хорош. То есть вариант скинуть оружие хорош, когда вышибало внизу. Так, хорошо. Давай, идем, Уик. Оружие брать надо в любом случае. Так. Вот так вот. Ага. Жалко, конечно, приходится тратить столько патронов. Но, с другой стороны, в карабине осталось еще 5 в этом. А внизу нас ждет как минимум еще ружье с 2 патронами. И хороший такой мощнецкий карабин. Давайте так вот, 6 патронами. В принципе, да, не так. Ну, хорошо сохранили, в принципе, технически, неплохо.
принципе, может, теперь его и не экономить. Так вот, пройдусь, посмотрю, что есть. Для безопасности. Технически я могу пройти сначала сверху. Они же все сверху будут. Логичнее, наверное, взять вот это все. Карабин основной я возьму с собой. Винтовка там пусть пока лежит. Так, сменить стойку. Отлично. Раз. Должны быть две дыры. Чтобы я мог укатиться ровно столько, сколько мне надо. Вижу. Теперь надо уходить. Так. Уходим. Есть. Соберись, Уик. Патронов не так много осталось, но у нас есть ППШ-шки. Хорошо, но я, скорее всего, возьму вот это. Маловероятно, что мы выживем. Хотя тут валяется... О, как много всего ППШ отваляется. Но я думаю, сейчас здесь будет настоящий бой. Вот это я лучше возьму. Сейчас нам помирать никак нельзя. Смотрите, мы почти у выхода. Ну а здесь сейчас будет жара, я вам говорю. Видите? Проходы. Говорил, видите? Много их там. Много. Там еще два амбала. Но я правильно делал. То есть мы практически дошли, видите? Вот так вот, таким семейными шагами. Так. Поднять. Давай, иди сюда. Так, неплохо. А?
вот так вот. Пока неплохо экономим. Так, ясно. Так. Вот и зачистили. Так, тут, в принципе, нормально все лежит. Этот пусть пока лежит. Я пока вон тот, скорее всего, хотя... Этот возьму. Или нет, вот это лучше. Потому что там карабин, которым я могу воспользоваться в случае необходимости. А необходимость появится. Так, пусть идет сюда тогда. Или я лучше вот этим воспользуюсь. Ну а реально, что я буду мучиться? Так. Так. Окружили с двух сторон. Сучары. Извиняюсь, что мутюкаюсь, но... Реально очень сложный уровень. Жаль, тут гранат нет. Вот так вот. Так. Попал, зараза. Молодец, умудрился. Так. Если я его убью одними бросками оружия, только это будет забавно. Это навряд ли. Поднять.
Вот знаете, как забавно выходит. Так, соберись, Вик. Так. Ждать. Вот так. Поднять. Пройдусь поверху. Там должен быть человек еще один. Давайте, кстати, реально пройдемся поверху. Так мы хотя бы узнаем, сколько их там точно. И увидим их все. И здесь безопасно. Вот заметьте, никого нет, все пусто. Все чистенько. Спрашивается, откуда вылезут, непонятно. Вот хотелось бы, чтобы у мистера Уика была возможность адекватно реагировать на все ситуации. Жаль, такую же ему не дают. Так, где открывается? Ага, вижу. Уходим обратно. Так, уложил. Так. Вот здесь сейчас постреляем по ним. Вот так. Неплохо справились. Хотя жизнь все равно осталась одна. Бесит такой расклад. Карапин все еще с нами. Хорошо. Вот так вот оставлю здесь. А ты со мной, любимый дробовик. Вот заметьте, все чисто. Вот все просматриваю, все чисто. Ага. Так.
все равно попали. Надо было просто сидеть и ждать. Ну их там один сзади вышел, один, два спереди. То есть я теперь примерно понимаю. С этими можно справиться, вроде поручную. Вот так. Пока неплохо скопили. Но все равно жизнь одна. С другой стороны, в этом есть, знаете, какой-то шар своеобразный. Так, это вот веду сюда, потому что там, вот говорил же, есть. Больше вроде никого нет. Так, нейтрализовать. Поднять. Ну, неплохо. Пока можем жить. И тут у нас, в принципе, небольшой такой оружейный запас есть хороший. Так, я тогда вот с этим пока похожу. Запаситься. Но патронов у нас не так много карабинных, что бесит меня. Сюда я возьму парочку. Разложу все по полочкам. Так. Это с собою? Сюда. А ты? Иди-ка сюда, сын ППШ. Лучше с ним, потому что там амбалы будут. Отстрелиться придется жестко. Карабины на крайний случай возьму. Я хочу сохранить хотя бы один крупный карабин. Так, сменить стойку.
Идем сюда. Так, зажали со всех сторон. Так, кого бьем? Стой! Я успел сменить стойку. Разложил правильно, не успел воспользоваться. Слишком кучка вышли. Походу, они тоже думают. Так. Так. Идемте, мистер Уик. Пока промахиваются, сменить стойку. Собраться. Вот так вот. Нейтрализовать. Да то хотя бы карьерный рост до вершин добрался. Давайте посмотрим, сколько там у нас внизу валяется. 3 и 7. Неплохо, хорошо скопил. Главный принцип в этой игре — копи патроны всеми возможными читерскими способами. Это не читерство формально. Так. Последнее оружие не буду выбрасывать никогда более. Пока я спускаюсь с лестницы. Я просто пытаюсь понять принцип. Как здесь можно так вот про... Я вижу его, я вижу этот принцип. Мне нужно туда скинуть эту винтовку. Попробуй тогда, знаете, не винтовку скинуть, а карабин. Найти того, кому я ее могу скинуть. Пока еще не поднимаются, прекрасно. Так,
Прекрасно. Заметьте, справились, кстати, ведь. Хотя сложновато, здесь их больше. Хотя тут дают больше оружия, с другой стороны. Может... Где? Так. Так, давайте посмотрим, чего мы добились с вами за все это время. Так, тут карабин нигде не валяется? Не валяется. Здесь, внизу, один карабин на 6 единиц, один дробаш на 3 единицы, пистолеты. Несколько штук. От 7 до 10 патронников в каждом. Магнумы по 5-4. Ну, слушайте, в принципе, у нас такой хороший арсенал накопился. Причем по порядку идут. Так что сможем. Сможем отбиться, я думаю. Я правда попал, зараза. Забавно. Хитрая тварь. Она издалека не могла стрелять, там был просто... Дальность. Вот так вот. Нет смысла на мелкую сошку тратить нет смысла. Ладно, идем к этому. Где? Еще один, что ли? Вроде не вижу, только тот. Вот так вот, неплохо. Правда, все равно потратили много патронов в этот раз. Дать.
Пусть кучка идут, мне не жалко. Заметьте, как боится мистер Руйка. Парировать. Удар. И брось с него оружие. А зачем мне уже поломанный пустой? Я лучше возьму вот этот хорошенький. Но я потратил довольно много патронов здесь. Очень много. Может, тогда и не надо экономить? Нет, экономить, конечно, надо. Надо. Необходимое снова выживание здесь. Наверх. Слишком небезопасно. Надо уходить. Они все равно сейчас полезут сюда наверх. Я хотя бы смогу перестроиться адекватно. А, они не лезут. Так. Не хотят, а понимают, что пробью ведь. Вот один решается. Молодец, молодец. Говорит, он там нас ждет. Хитрюга, пап... А как он... Я же... Ничего не понял, ну ладно. Как он мог меня заметить, если я... Он же внизу, а я в приседе был. И нашел слепую зону. Чего? Я уже при... Походу, игра начала понимать, что я как-то нашел способ ее обойти. Ничего. Thank you.
я уже не знаю, что делать. Целый чат пытаюсь записать. Вот, подержи. Пока я забираю все остальное. По одному. Это все уже те, кто с оружием владеют. Так, этот вышел хорошо. Так, два потратили. Вижу. Че мне на него тратить, если я могу ему голову свернуть? Этого я лучше вообще изобью. Да, вот технически тоже можно. Давайте, поднимайтесь здесь. Так, прекрасно. Целое кладбище сделал. И в принципе сэкономил неплохо. Вот оно, принцип экономии во всем. Везде надо экономить. Сейчас пройдусь на всякий случай. Может быть кто-то при... О! Сколько там у нас на... схоронено? А, так и не увидишь, да? А, нет, можно увидеть, ну-ка. 3,7. Вот эту я применю вот здесь. Она идеально для этой цели подойдет. Дробаш возьмем для других целей. Вот, в принципе, или открыли путь к спасению. Главное правильно им воспользоваться и не проворонить его. Подождите. Лучше правильно отмерить. Сейчас шаги лучше правильно отмерить. Так, раз. Два. Угу.
Так, ну это только один. Ага, с этой стороны прекрасно, все правильно. Давай, улыбка. Если там больше никого не осталось, то технически мы, считать, победили. О, красота-то. И карабин на руках. Я лучше тоже за 19 я лучше возьму. Безопасность прежде всего. Можно. Так, прекрасно. Соберись, Уик. Так. Я просто хочу понять, какой лучший маршрут мне выбрать. Жалко, что я не могу сбросить здесь кучу оружия, просто брать его с собой. Это очень было бы удобно. Никого не вижу. Ага, вижу. Возьму сначала пистолет-пулемет, на всякий случай, в руки. А лучше давайте винтовку. А то получается, я винтовку-то эту аж три уровня подряд тащу с собою. Будет забавно, если нам получится сейчас ее донести. Джон Уик, не трачу у великой винтовки патроны. Прошли. Прошли. О, какой сложный уровень. Ладно. Я не знаю, что я тут сейчас придумаю. Еще что-нибудь придумаю. Так что погнали. Мистер Уик, он такая экономная домашняя домохозяйка, что не дает никому потратить ни единого патрона. Он бросает каждому свое оружие, распределяя правильно товар, чтобы правильно его подобрать во время этой экскурсии. Выбросив все оружие, он в рукопашную идет против человека с хорошим карабином. Сбивает его, дает пощечину, что он не дает ему скидки. Потом уходит назад, уходит назад, уходит назад. Укрывается и ждет, встряхая свою бороду, причесывается и укладывает местного кассира на место. Мистер Уик в этом грёбаном банке ищет хорошие услуги и теперь раздает людей каждому, кто отказывается ему их продавать.
Еще одному отдал люлей. Остался последний. Извиняюсь на насморк, ведь это так жарко, что аж могут потечь все что угодно. И не только нас. Мистер Уик, любимец женщин. Он укладывает всех. Он укладывает еще одного. И при этом отбивает местную охрану местных менеджеров. Укладывает это гребанное начальство местного созыва. Мистер Уик. Мистер Уик профессионально бьет по яйцам даже женщин, у которых этих яиц нет. У них яичники. Но он все равно находит у них яйца, чтобы отбить. Теперь он аккуратно просматривает территорию, проверяет, где еще найти хороший бы товар. Нет, нет, фасоль не нужна. Мука уже есть, макарошки запасены, консервов тоже полно. Ну да, в принципе, здесь все равно есть. В этой секции нам ничего не нужно, поэтому можем пока возвращаться обратно. И взять все остальное, что мы уже отложили специально в укромных местечках. Мистер Уик отправляется, чтобы просмотреть, ничего ли он не забыл. Вроде все на взятие, вроде все взято. Здесь тоже вот все есть, да, прекрасно. Он тщательно проверяет. Мистер Уик тщательно проверяет все. Так, что здесь есть? Так, а, точно, я забыл забрать фасоль. Фасоленька, фасоленька, идем за фасоленькой. Вот еще один клиент по фасоленьке. Этому отдаем наш бонус. Нам не нужны ваши скидочные баллы. Нам нужны хорошие продукты. Вот такие, видите? Мистер Уик тряхнет своей шевелюрой. Мистер Уик подбирает оружие. Мистер Уик отдает 7 люлей другим оружием. И еще дает люлей. И все легли перед мистером Уиком. Никто не в состоянии встать перед мистером Уиком. Мистер Уик подбирает другие типа оружия. А, нет, вот это хороший, тут получше срок годности. Итак, мистер Уик отправляется в зону уничтожения врагов. Подбирает хорошую штормовую винтовочку. И отправляется проверять местные... ракурс, чтобы понять, откуда лучше подойти со своей тележкой полной оружия и донести дробаш святого Кастила Краулийского до этой зоны. Вот здесь отличная будет зона обороны, поэтому призываем всех и уходим в сторону. Убиваем того, кто шел за нами очень долго, и приставляем всех на место. Вот так, молодец, мистер Уик. Мистер Уик, давайте. И идемте заберем винтовочку, которую мы тащили уже 3 уровня подряд. Нет, это не винтовка, мистер Уик, вот здесь винтовка. Да, да, спасибо, спасибо. Я нашел ее, спасибо. Ой, вот гребные покупки. Покупки в этих банках, прямо замучаешься. Да-да-да-да, все пробили. Удачи, мистер Уик. Джон Уик. Мастер покупок и стратегического планирования запаса, несмотря на то, что ему портит жизнь начальство. Продолжить. А да, банк. Зачищен. Зачищен полностью. Банк закончено. Итак, выполните все пункты сразу и получите звание. Ну, у нас Змей Горыныч, это традиционное. Игровое время 13:33. Получите звание за пункт. Ну, здесь мы не пройдем никак. Понятное дело, реальное время 3 часа. Заметьте, весь банк у нас он делится на 2 эпизода, как помните. В общей совокупности у нас ушло 3 часа 12 минут 54 секунды. И, скорее всего, вот этот весь эпизод, он выйдет у нас за 2 часа, я так полагаю, в совокупности. Использовано бинтов 2, получено звание за пункт. Ну, не тратить ни одного бинта, это понятное дело. Использование патронов 222 штуки. Убито на расстоянии 68, убито вблизи 102 человека. Помощь в ближнем бою 3. Что значит помощь в ближнем бою? Пояснить не совсем это понимаю. Ну ладно. Точность выстрелов 65. А, ну... У нас нужно 70, чтобы получить точность. Использование оружия 7 из 6. Подождите, я даже больше использую, чем нужно. Пройденное расстояние 2006 метров. 2006 год вышел у нас. Что ж, спасибо всем, кто сегодня с нами был на этой премьере. Ну, и на этом эпизоде. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дискорд, ВК, Двинарт и другие ссылочки, включая наши новые соцсети, вы найдете в описании, ребят. С вами был Джон, мать бабы, Ягаева Уик, а также Альберт Вескер, глава Umbrella Tech Incorporated. Всем до скорой встречи и увидимся очень скоро на нашем канале. Удачи!